площадь Джузеппе Тартини, великого итальянского скрипача и композитора. Церковь Святого Петра. Вход. Здание городской ратуши. Каждый поворот какое-то чудо. Церковь Святого Юрия 1346 года.
Да, потому что тут не оборудовано. Ну, что... Храм Иоанна Крестителя. Право, как я и предполагала. Ага. Эх, домой теперь. Провели день у моря Адриатического, купались, загорали. Это просто невероятная красота и такой кайф.